волнуюсь. Не стать мне стендапером. Где-то месяц назад Соня мне сказала: я хочу взять паузу. Может, хоть быстрый секс перед паузой? Я твердо решил не писать Соне. О чем и решил ей написать. Она прочитала сообщение 76 минут назад, но до сих пор не ответила. Знаете, сейчас... Вдобавок, я застрял на семейном ужине, где все обсуждали... умные колонки. Действительно умные? Адриана, ты что все молчишь? Я написал сообщение Соне 84 минуты назад, и она до сих пор не ответила. Может, мне ваша умная колонка ответит? Достали! Мы выбрали день свадьбы. Твоя сестра хочет, чтобы ты произнес поздравительную речь. Спасибо большое. Ненавижу свадьбы. Ведущие, конкурсы, тосты. И самое страшное – паровозик. Дайте хоть поесть, все остынет! Если ты еще трезвый, паровозик везет тебя прямиком в отчаяние. Может, эта речь – проверка тебя на прочность? Прости, конечно, но я не представляю. Скажи им все, что ты думаешь. Как ты смеешь? Ты был таким отчаянным на сцене, таким уверенным в себе. Тебе тоже надо жениться. Только через мой труп. Я случайно, простите! И халявные подарочки! Холостяк на свадьбе. Если он навернется, значит, мы проведем вместе всю жизнь. По рукам? По рукам. Аккуратнее! Как вам не стыдно? Скоро в кино!